За 50 километров до Бордо со стороны Испании по 63-й какая-то ситуация, пробка, полетела скорая, пожарная, что-то случилось, сейчас подъедем, посмотрим. Подъезжаем, вижу мигалки. Случилось, сейчас посмотрим. И покажу вам. Полиция, вижу, пожарные, что-то на обочине лежит. Ай-яй-яй, ДТП какое-то. Пикап разложился. Что-то в буэке вот лежит, такое как какой-то бортовой грузовик был. Дорога. Ребята, будьте бдительны, внимательны и не спешите никуда. Внимание. Стационарный радар. Всем удачи, всем пока, до скорых встреч.